That's my girl. Сегодня Одесса Fashion Channel находится на новогоднем празднике для девчонок. Поэтому платьица, бантики, развлечения и подарки. Этот праздник подготовил для нас детский бренд одежды Miss DM. Их магазину исполнился один год, поэтому много детских показов, довольны маленькие модницы. И они покорили не только Украину, но и Чехию, Турцию и Нью-Йоркскую неделю моды. С праздником вас, Miss DM! Создание бренда Miss DM принадлежит маленькой девочке Даше. Дашенька, расскажи, как все начиналось? Все началось с того, что я начала рисовать. Сначала это, конечно, были коляки, но потом я рисовала модель платья, а маму уже шила на куклу. А потом мои мама и папа решили создать бренд Miss DM. Miss DM называется, потому что у меня есть маленькая сестра Маша, и поэтому Miss DM. Машенька, тебе нравится одежда? Да. Если вы хотите узнать больше о детской моде, Даша даст вам множество рекомендаций в своей новой рубрике в журнале «Мир детских чудес». Маша и Даша – это две сестрички, которым повезло родиться в любящей семье, потому что только любовь, забота их родителей помогла детской мечте исполниться. Носить одежду Miss DM стало очень модным. Образы маленьких леди печатают в журналах и приглашают на различные показы, проекты и фотосессии. Это наряд от Miss DM, костюм. Он очень красивый. Я люблю наряжаться, и поэтому все время прихожу в магазин Miss DM. Это магазин для маленьких леди, которые любят наряжаться. Я думаю, что этот магазин будет снова и снова делать одежду, но снова и снова подбирать под эту одежду модели, чтобы рекламировать ее. Скажи, как ты себя чувствуешь в этом прекрасном костюме? Отлично, я чувствую себя на все полных 100. Мне очень комфортно, тут очень качественные материалы, и она очень красивая и молодежная. Нам очень нравится этот бренд, мы знакомы с этим брендом, можно сказать, с начала основания, и очень довольны. Одежда на любой вкус, на любое торжество, и мало того, она очень еще и удобная, и яркая, красивая. Мне очень нравится этот бренд. Мне кажется, ткани тут очень качественные, и в принципе сам дизайн очень модный и современный. Это одежда для самых модных девочек, которые хотят выделиться. В таком наряде можно ходить там на такие праздники, на дни рождения, или на всякие вечеринки, там то есть для детей. Сегодняшний наш праздник приурочен первому году рождения нашего первого магазина монобрендового, который представлен в Одессе. Каждая мама переживала первый год рождения своего ребенка, отмечали это в кругу семьи, и мы сегодня переживаем первый год рождения своего детища и тоже собрали самых близких здесь своих друзей, клиентов, наших поклонниц, маленьких звездочек со звездей Miss DM, чтобы отпраздновать наш первый год рождения нашего первого монобрендового магазина, который был открыт в прошлом году в декабре в городе Одесса. То стартовали мы с Нью-Йоркской недели моды, это был вот старт наш, наверное. Дальше мы покоряли подиумы Чехии, Турции, многочисленные показы в Украине. В этом году на Одесса Fashion Week нас пригласили принять участие в Римской неделе моды, это в Италии. Мы знаем, что 1 декабря у вас случилось очень знаковое событие. В самом большом торговом центре был открыт магазин Miss DM. Расскажите об этом событии. Я хочу прежде всего сказать, что открытие нашего магазина всецело произошло благодаря моему мужу, потому что это продвижение нашего бренда, открытие магазина всецело зависит от него. Он является здесь двигателем, я ему за это
очень благодарна. Он поддерживает нас во всех начинаниях. И торговый центр «Лавина Молл», который сегодня является самым большим в Европе, в нем сегодня представлен уже наш второй монобрендовый бутик. Традиционно это произошло в декабре. Мы этому рады. И надеюсь, что в ближайшее время среди наших поклонниц киевлянок будет очень много красивых, маленьких, модных поклонниц, которые изо дня в день будут приходить к нам и получать удовольствие от приятного шопинга. Дорогие родители, поддерживайте ваших деток, потому что в истории наших брендов, нашего бренда произошло то, что может произойти в каждой семье. Верьте в своих детей, ведь будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты. Вы настоящие красотки. Расскажите, как впечатление, куда вас все-таки сегодня пригласили? Сегодня нас пригласили на день рождения торговой марки «Мисс Дем». Нам безумно приятно, спасибо огромное. Мы уже не один раз выступали. Мы сегодня пели песню авторскую песню «Рездвание 2» и песню «Хэппи». Что скажете про одежду саму «Мисс Дем»? Она очень стильная для маленьких леди. Очень стильная и очень красивая. Это тоже «Мисс Дем». Да, это тоже «Мисс Дем». Очень хорошо, и у меня еще очень много всяких наборов тоже от «Мисс Дем». Я очень восторжена, можно сказать. Мне очень понравилось. Хочу пожелать магазинам ИЗМ, чтобы они так и продолжали шить красивую одежду, и чтобы у них было все хорошо. Чтобы они процветали, чтобы этот бренд становился еще моднее и моднее. Чтобы он повышал свой уровень, и было так много красивой одежды. Дальше развиваться, уже делать качественную, красивую одежду для наших деток, в которой они понимают с маленького возраста, что это стиль, хорошее качество. Я хотела пожелать, что им говорили, что у них самая красивая одежда, что она не рвется. Чтобы там было много покупателей, и одежда все была еще и красивее, и красивее. Мисс Дем, с праздником! Новый год – самый волшебный праздник. И неудивительно, что столько чудес сегодня для маленьких принцесс приготовили «Мисс Дем». Одевайтесь красиво, мечтайте о прекрасном и любите свою семью. Именно в этом секрет счастья маленьких Маши и Даши.